Несмотря на сегодняшний вечер, я, конечно, очень волнуюсь. Для меня это очень морально, ну, достаточно волнительный момент. Поэтому, конечно, мне бы очень хотелось, чтобы вот этот творческий вечер прошел в атмосфере такой доброй, уютной, комфортной. Чтобы это было не траурным событием, а чтобы это был интересный, красивый, творческий вечер. Шестого октября в Республиканском культурно-методическом центре «Дуслык» состоялся вечер памяти уникального человека, начальника отдела культуры Галины Сергеевны Артюшкиной. Вечер под названием «Посвящение маэстро» прошел при полном зале, очень тепло, задушевно и на одном дыхании. Почтить память Галины Сергеевны пришли родственники, друзья, коллеги, те люди, для которых она стала по-настоящему дорогим и близким человеком. Галина Сергеевна Артюшкина – это человек, который олицетворяет себе целую эпоху истории нашего города, потому что именно в период ее работы и появилось учреждений очень многое, и, наверное, сложилось очень много традиций. И самое главное, родился тот дух, те отношения, которые мы сейчас стараемся развивать, поддерживать. И все то, что сейчас мы делаем, это происходит на базе того, что было заложено именно в те годы. Концерт прошел на высоком уровне, зрители слушали всех выступающих, затаив дыхание. Ведь среди них детская хореографическая школа, музыкальная школа, представители историко-краеведческого музея и различные творческие коллективы города. Галина Сергеевна была непосредственным создателем и идейным вдохновителем этих учреждений культуры. В этот вечер о Галине Сергеевне отзывались самыми добрыми, искренними и теплыми словами. Я знала Галину Сергеевну как учителя, хорошего учителя русского языка и литературы, которую любили ученики, это большое дело очень. Вот. Знала я ее и как работник культуры. Как ни один человек в городе, она очень много сделала для культуры нашего города. Она поддерживала все творческие коллективы, все творческие идеи, задумки, замыслы. Не боялась вступать в конфликт с начальством, вот, хотя, может быть, это не очень для карьеры было ей удобно. В общем, человек с большой буквы. К сожалению, я близко не была с ней знакома, но знаю, что она вложила немалый вклад в развитие культуры нашего города. При ней были хорошо развиты и хореография, и музыкальные школы, и художественные школы. Словом, она немалый вклад вложила в развитие культуры нашего города. И светлая ей память. По словам участников вечера, имя Галины Сергеевны Артюшкиной навсегда останется в истории города Кумертау и в памяти каждого, кто был с ней знаком.